будет очень интересный обзор, потому что каталог, который я вам сейчас покажу, стоит в очереди. Перед ним уже есть другие каталоги, которые я хотела вам показать, но мне не терпится показать вам именно этот каталог, потому что он какой-то нереально красивый. Я уверена, что каждый, кто поклеит эти обои у себя дома, будет в восторге. Они безумно уютные, нереально современные, красивые. В общем, вы сейчас сами все увидите. Начинается каталог с вот такого красивого рисунка под мрамор. Если честно, это самое стопроцентное попадание имитации под мрамор, которую я видела у всех производителей обоев. Очень натурально, посмотрите, какие переходы, какие вот медные вкрапления здесь, просто нереально красиво, и сами колористики, ну вот прям вот то, что надо, и не серое, и не бежевое, что-то между, и не холодное, и не теплое, очень потрясающий цвет нейтральный, и я думаю, будет очень натурально смотреться на стене, как прям, мне кажется, 3D-панели. Есть разные колористики, и серые, светло-серые, насыщенные, ну, вот такие тоже имеют место быть. Кстати, вы часто про них спрашиваете, чтобы поклеить их в комнату на акцентную зону или полностью во все пространство. Мне кажется, тоже будет очень красиво. Вот здесь на визуализации можно посмотреть. Тут уже холодный серый. Бежевый. Вот очень красиво, ну просто, я сейчас с ума сойду, как красиво. Я уже хочу себе поклеить такие обои, потому что, ну как без них жить, я не представляю. Вот так на них смотрю, как будто бы они рельефные, но нет, они гладкие. Очень точно передается рисунок, класс, я в восторге. Кто не любит медные вкрапления, то есть такие серебряные, тоже очень классно смотрятся. Мы уже, кстати, одной клиентке дистанционно подобрали их на кухню, она будет первая, у кого будут такие обои. И цвет мокрый асфальт. Здесь уже такое розовое золото вкрапление, тоже классно, очень роскошно смотрится. Голубой оттенок. Интересный прованс дальше мы с вами видим тоже. Вот не устаю повторять, что все обои итальянского бренда, такие как Андреа Росси, Алессандро Аллори, Бруно Зов, которые печатаются в Корее, у них у всех колористики в сравнении ни у кого нет таких. Прям то, что надо. Компаньон Лен в трех вариантах. Серо-зеленые оттенки тоже сейчас очень актуальны. Красивые обои. Очень часто спрашиваете вы про зеленые оттенки. Вот здесь их несколько вариантов. Тауп. Вот прям сочетание цветов, которые здесь нам подготовил производитель, то, что надо. Не устаю это повторять. Актуально и в детскую, и на кухню, и в комнату. Абсолютно обои не предназначены точно ни для какой индивидуальной комнаты. Идеально зеленый. Синий, кстати, синий сейчас тоже пользуется большим спросом. Очень часто вы спрашиваете про обои синего оттенка. Тоже идеально серый.
Идеально серый — это когда не уходит в бежевый и не уходит в голубой. То есть он серый. Вот это должно быть так. Тоже очень классный цвет. Три варианта компаньона. Здесь серые, но они теплые оттенки. Прям я уверена, что этот каталог будет просто хитом. Вот эти будут тоже очень красивые. Посмотрите, пожалуйста. Вот и на кухню, и в спальню, и в коридор. И радует, что мы можем, да, сделать, допустим, вот такие обои в коридоре. И акцентные уже где-то выделить в спальне. И все будет просто нереально красиво. Тут тоже розовое золото. Смотрится очень современно. На визуализации можно посмотреть также. Эти красивые. Колористик огромное количество, вот прям на любой вкус. Я уверена, что каждый из вас что-то по душе абсолютно точно уже нашел. Даже вот этот оттенок, он такой интересный, серо-зеленый. Безумно красиво смотрится. И я уверена, что вот эти обои будут абсолютно точно без стыка клеиться, хорошо смотреться по вандальности. Прям вот мы обязательно поклеим, но я уже не сомневаюсь в их хорошем качестве. Бабочки для детской. И здесь очень классный у них компаньон. Моя любимая мелкая рогожка, прям вот мелкую-мелкую точку. Она вот самая, на мой взгляд, актуальная и уютная. Главное, чтобы не было особо глобального в рогожке блеска, потому что это уже лишнее. Бабочки вы любите, часто спрашиваете, и это тоже радует, что производитель в данном каталоге добавил такую коллекцию. Вот посмотрите, как рогожка смотрится. Очень красиво. Пудровые оттенки. Розовый. Приятный бежевый с несколькими вариантами компаньонов. Серый. Еще одна интересная коллекция. На самом деле, наверное, никогда такого не было, чтобы все коллекции в каталоге были очень, на мой взгляд, красивыми и имеющими место быть в вашем доме. Я считаю, что вот этот каталог – это прям находка для того, кто делает ремонт без дизайнера. И на самом деле вот несколько коллекций, которые здесь можно скомплектовать между собой, и у вас уже получается дизайнерский ремонт. Чем мне нравятся эти обои? Они, во-первых, вы их только видите, а я их еще и трогаю. Они тактильно очень приятные, просто безумно, как будто замшевые на ощупь. И сам такой графичный рисунок, он тоже очень актуален. Вот посмотрите, на визуализации видно. Если не хотите клеить акцентную стену, то вполне возможно поклеить просто однотонный обои. И здесь тоже вроде, да, в них ничего такого особенного нет, но на самом деле и тактильно, и визуально смотрятся они очень роскошно. Классные цвета, цвет капучино, такой более бежевый.
Классные обои. Я думаю, что тоже будут очень популярны. Серый с синим. Подростку в комнату очень часто спрашиваете вы, что поклеить, чтобы было так, чтобы лет на 10. Я думаю, что что-то такое. Абсолютно точно. Будет актуально многие годы. Серый. И вот такие два интересных оттенка. Друзья, с удовольствием сделаем вам дистанционный подбор. Подберем обои индивидуально для вас, для вашего пространства, дома, дачи, офиса, все что угодно. Пишите нам в директ или мне на WhatsApp, с удовольствием сделаем для вас дистанционный подбор. Или приезжайте к нам в салон, конечно, мы всегда вас ждем. Работаем мы ежедневно, поэтому ждем вас.